Здравствуйте, 14 марта, четверг, день Юпитера, 8-й лунный день с элементом дерева. Дуисунгудер. Благодетельные поступки и греховные деяния, совершенные в этот день, приумножатся стократно. Также этот день с отметкой Бальжнима. День собрания благодетелей, благоприятный для любых начинаний. День благоприятный для людей, родившихся, тигра, кролика, обезьяны и курицы. Задуманные дела в этот день будут получаться легко. Хорошо в этот день почитать три драгоценности, освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов, заниматься практикой сосредоточения и начитывания мантр, устроить романтический ужин любимому человеку, собирать друзей, находить решения для быстрой реализации задуманного, развеять сплетни, повышать физическую нагрузку, усмирять врага, заказать Таванхарулга или Саганшхурте. День неблагоприятный для людей, родившихся коровы, дракона, овцы и собаки. Не следует готовиться к посевным работам, проводить невестку, отдавать дочь невесты, кроить одежду и создавать эскиз одежды. Отправляться в дорогу к несчастью. Стрижка волос к удлинению жизни, к наполнению сил жизни. На Верхнеберёдске Цокчендугане с 9 часов утра пройдет хурал. Оташа, Дынхурдугане, Гомба Гонгорцехюсны, Деважндугане пройдет хурал Дамдин Дарлик. Делайте добро!